Алексей Владимирович, а, значит, выпустили буквально 3 месяца назад книгу по русскому военному костюму конца 19-го, начала 20-го века. Формально называется «Униформа русской императорской армии конца 19-го, начала 20-го века». Сразу оговорюсь, это не только мой труд, это совместная работа моя и Владимира Александровича Безродина. Ну и в какой-то степени вы вспомнили книгу, посвященную униформе русской армии, которая называлась «Русский военный костюм 1907-17 год», она заложила, вышла она в 2005 году, она заложила некоторые принципы того, как вот мы, какой подход мы используем для изучения русского военного костюма и костюма, военного костюма как такового. Потому что любая книга о военном костюме, ну и вообще о костюме, мы должны понимать, для какого потребителя, для кого она предназначена. Поэтому, создавая вот эту книгу по униформе русской императорской армии, мы прежде всего ориентировались на то, что она должна быть, с одной стороны, популярной, но, с другой стороны, там не должно быть ни одного ляпа, ни одной неточности. Все должно строго соответствовать, если говорить о нашей теме, приказам и циркулярам главного интендантского управления, технического комитета, приказам по военному ведомству, соответствовать техническим образцам и так далее. С другой стороны, она должна быть полезна для специалистов-униформологов или, как говорил покойный Георгий Дмитриевич Веденский, для нейзроведов. И еще один пласт, который для нас был тоже очень важен, это то, чтобы эта книга была полезна для нашей киноиндустрии. Собственно, идея вот этой книги, второй книги, вышедшей в этом году, в начале этого года, это было, собственно, последствия работы в киноиндустрии, в частности, над 12-серийным фильмом «Крылья империи». Не могу сказать, что там все удалось, что бы хотелось, но это связано, к сожалению, и с нашими кинобюджетами, и подчас с какими-то желаниями и режиссера, и художника-постановщика. Насколько помню, на фильм «Карпас» на фильм «Карпас» там первая вот книга, которая появилась, вот первая книга, о которой вы говорите, да, она появилась после Рогожкина, после «Своей чужой жизни», когда мы работали в Рогожкине. Рогожкину надо отдать должное, несмотря на то, что все Рогожкины, говорят, Рогожкин ассоциируется, особенно с национальной охотой, рыбалки, комедии. Рогожкин — это еще и блистательные серьезные работы, такие в частности, как «Чекист». «Чекист» 40 лет. Да, там в главной роли играл хороший друг, к сожалению, которого тоже уже нет с нами, это Игорь Сергеев. Вот тогда родилась книга «Русский военный костюм», потому что Рогожкин говорит, да, у нас мало сцен, связанных с военным костюмом, с той эпохой, как вы помните, книга, она немножко о другом, фильм немножко о другом, да, там есть ставки, но мы хотим, чтобы вот если как, вот выделить там, допустим, офицера, прошедшего период Первой мировой войны, воевавшего, да, вот тогда возникает образ ношения, использование ношения, допустим, полтупеи на погонах, что мы видим на большинстве фотографий, исторических фотографий, и в описании к мемуарам, что да, это сразу боевой офицер, потому что такая форма ношения портупея образца 12-го года. И когда все это собиралось, да, и создавались некие образы, возникла идея, хорошо бы это приложить уже, создать это в книжном виде. Оформить как-то. Оформить. И самое главное, тоже по той же схеме. То есть, с одной стороны, это технические рисунки, ну, того же полковника Невского. Технические рисунки перерастают у нас в чертежи кроя, то есть то, что мы называем настоящие выкройки. Это подтверждается оригинальными предметами, не только, подчеркиваю, из музейных фондов, но и, что очень важно, особенно вот в этой книге, которую мы называем последней нашей книге, это предметы из частных коллекций. Потому что частные коллекции — это Клондайк. Это удивительные предметы подчас, которые для нас очень важно, чтобы входили в научный оборот. Поэтому, когда мы задействуем предметы из частных коллекций, мы вводим их в научный оборот и позволяем ознакомиться с этими уникальными предметами как можно больше на кругу, в данном случае, наших читателей. И следующий пласт при создании книги мы пытаемся, то, что называется, в той науке, в которой я работаю, а я работаю в Университете промышленных технологий и дизайна на кафедре истории и теории искусств, мы еще и занимаемся апробацией предметов, то есть возможность создания по тем же техническим рисункам, циркулярам, копий предметов. Скроить, сшить. Скроить, сшить, притом, опять же, плюс то для киноиндустрии, и что очень важно, кроме киноиндустрии, отдельный совершенно комплекс при создании реплик исторических предметов, это работа с музеями.
Потому что для музея, если для кино мы можем какие-то допущения, то для музея мы соблюдаем технологию производства, материаловедение, колористику, для того, чтобы эти предметы полностью соответствовали оригиналу. Почему это важно? Я думаю, знаю, так сказать, вашу работу, понимаю, что вы с этим тоже сталкиваетесь. Очень сложно собрать комплекс. Да, одно дело собрать отдельные, даже очень яркие предметы, а так, чтобы сформировался комплекс, возникают всегда проблемы. Ну, в частности, с насильными вещами, что называется. Допустим, найти шаровары, штаны сложнее подчас, чем парадный мундир. Парадный мундир воспринимается как что-то ценное, сохраняется. А кому нужны эти порты или обувь? За нашего до конца, да, в деревнях, как просто, ну, это естественно. Так как и наши предметы, которые мы с вами носили, наши предметы. Я думаю, ваш костюм будет легче найти через там 20-50 лет, чем спортивную одежду. Ну, просто она не будет восприниматься как что-то ценное. Вот поэтому для музейных комплексов, а мы в музейном комплексе хотим показать весь комплекс. Да, поэтому в витринах выставляются оригинальные предметы, а вот на манекенах с антропологическими особенностями человека. Человек все-таки был немножко другой. Там выставляются уже манекены полностью обмундированные, где мы демонстрируем дрование, снаряжение того или иного периода, той или иной армии. То есть у вас хорошо описано перегибы со сложением. Да, ну это как же, это я просто, моя просто такая тема, ну не знаю, фишка, не фишка. Это может быть связано и с тем, что у меня рост, как вы сказали, сейчас нанотехнологичный. Ну, всегда приятнее было, да, вот вы стройно, замечательно, подтянуто выглядите. А когда я выхожу к студентам, немножко, так сказать, поднабравши во время пандемии, мне приятнее, если я скажу, что я крупулентного сложения, нежели что я расстался. Как говорит, до революции. Как, да? Да, или если я буду согнувшимся, я скажу, что я перегибистого сложения. Но это на самом деле так немножко шутейно, но когда мы начинаем разбирать реально технические рисунки, крой, который сохранился, слава богу, и в архиве, военно-историческом архиве в Москве. И этот крой издавался небольшими тиражами, достаточно для тех тетрадки кроя. А там дается действительно перегибистое сложение. Хотя кто-то все-таки тяжело, но называет это для толстого. Это мы тоже даем. Поэтому мы по этим рисункам можем уже не придумывать, а правильно построить крой для того или иного исторического персонажа. Поэтому, ну, даже с этим фотографии генералов. Генерал-то известен, он настолько конкурентен. А и поэтому, если мы хотим создать конкретный опыт, мы вынуждены использовать вот эти материалы. И это правильно. Потому что тогда мы создаем эпоху. Хотел еще вопрос такой. Вот с конца 80-х годов в нашей стране пошел пик такой интереса к вообще истории белого движения, Сталинградской армии, Царской России. В 90-х годах, казалось бы, 30 лет прошло, огромное количество книг написано, огромное количество изданий, статей, всевозможных и так далее. Но, казалось бы, что уже можно рассказать? И все равно находятся какие-то новые вещи, новые какие-то фишки. Даже не то, что фишки, вы знаете, дело в том, что в чем я парадокс, тут, поскольку тот период, который вы обозначили, он связан с тем периодом, который я всем этим тоже занимался. Если говорить о реконструкции, например, я пришел в военно-историческую реконструкцию, уже страшно сказать, в 89 году. Ну, даже пришел, наверное, раньше увлечение, а отдел первого мундира в 89 году. Сейчас у нас уже 21, то есть 32 года назад. И на моих глазах все это появлялось, тем более, когда мы говорим там о белом, вы знаете, цветные части. Тогда только первая работа Александра Ильича Дерябина, он первый цикл совершил в 91 году. Мы вообще узнали вот эти цветные части, мы что-то путали, не знали, где какая выпушка и так далее. Да, материалов очень много. И постоянно, на сегодняшний выступ, мы понимаем, постоянно будут появляться новые материалы. Да? Но у нас даже существует такая ситуация, что все-таки у каждого есть немножко свой такой вектор изучения. А мы говорим о создании трудов, которые позволят создавать, может быть, большими мазками, не вдаваясь в детали. Хотя вот у нас не маленькая книжка получилась, 600 страниц, но все равно это достаточно общие вещи. То есть если бы мы по каждой детали, можно было бы, сами понимаете, там пряжки одно, пуговицы одно, даже вот такие детали, погоны третьи и так далее. Но общие принципы мы даем. И важно то, что по эпохам уже по прошествии там, 30 лет начинается систематизация. Да? Это сделано уже по началу 19 века, это уже происходит по 18 веку, хотя начиналось в Петербурге, жизнь попозже начинал заниматься там Петровской эпохой, сейчас уже там,
Негорский, потрясающие работы там, и что и так далее. То есть, действительно, мы вышли, для этого понадобилось 30 лет, вышли на тот уровень, когда появляются очень качественные работы, именно систематизирующие накопленный материал. Потому что, слава богу, что на протяжении этих 30 лет были скрупулезные исследователи, занимающиеся конкретными вопросами. Да, вот, Дмитрий Бачков, куратор данной выставки, он же тоже, по большому счету, вот, о кавказском костюме. Это же тоже маленький сегмент. И если вы представляете, вот во всем костюме, военном костюме конца 19-го, начала 20 века, мы с такой же скрупулезностью разбирали все темы. Да, это была бы просто большая советская энциклопедия. Ну, это, и одному человеку это невозможно. Да? Когда я говорю, вот, Висковатов создал такой труд. Мы же понимаем, что это руководство Висковатова, да, это коллективность. Иначе просто один человек это сделать не может, а второй момент, когда это делает один человек, да, бывают люди, которые говорят, да, вот мы готовы создать, взять колоссальную эпоху, один человек, я ее опишу. Чем больше эпоху ты берешь, тем меньше у тебя команда, тем больше возникает там неточности. Потому что все и нормально для специалиста очень важно еще уметь соглашаться с чем-то, где-то когда-то ты был неправ. Потому что ты с годами находишь какие-то материалы. Я вот сейчас смотрю там докторскую диссертацию 2006 года. Я понимаю, там уже такие, кажется, вещи, которые, ну, где же, как же ты? А, потому что материалы-то, они приходят, подчас случайно приходят. Там, ну, ты ищешь какой-то документ там годами, не находишь, да, а потом вот, совершенно в других делах, которые никак не относятся к этой теме, начинаешь листать, и вот недостающий документ ложится. И ты опять возвращаешься к этой теме и дописываешь. Ну, делать ошибаться, делать еще... Это нормально, да? Плох тот исследователь, который не готов согласиться с своими предыдущими ошибками. Я всегда вспоминаю покойного Анатолия Николаевича Кирпичника, который утвердил литейную форму как герб старой Лады. А оказалось, потому что это литейная форма с застежкой с обмотанной обуви. Да, он честно сознался, так с юмором говорил. Ну, я буду утвердить, поэтому вот это очень важно. Значит, вот с другой сферы вопрос. Вы, значит, ведете замечательную экскурсию по Санкт-Петербургу, с огромным интересом смотрим в Ютубе экскурсию по Петербургу, по различным районам. Вы сейчас также продолжаете? Ну вот сегодня я вернулся сюда, я приехал со своей экскурсией, совершенно очень совпало, удивительно так. У меня была сегодня экскурсия, посвященная семью покушением на Александра II. И вот мы сейчас как раз проходили экскурсию, где представлено последнее, оно же 6-7 в один день события происходили. И в частности там участвовал конвой, чтобы охраняли императора. Да, и вот какие-то детальки я представлял, а на выставке я вот для себя там, для своей темы, для своей экскурсии что-то добавил. Вот. И к тому же вот у меня были экскурсии по Петербургу, которые вел в рамках деятельности Пионерского культурного центра, а сейчас мы стали сотрудничать с каналом Wow Story. Да, и вот там новый формат нашли экскурсии по Петербургу. Это экскурсии с воды. И вообще вот только с воды понимаешь, с катера, понимаешь, что Петербург это вот все-таки морской город, только когда ты находишься на катере. Если коротко, вот человек, если первый раз приехал в Петербург, что ему посмотреть, вот там, не знаю, там 5 мест? А, знаете, просто есть, вообще, мне кажется, просто ознакомление, да, я предлагаю не посмотреть, а пройтись ногами по историческому, он небольшой, там 4-5 часов вы все обойдете. Невский проспект? Ну, Невский проспект, безусловно, входит в тот бренд Петербурга, да. Невский проспект, Петропавловская крепость, но, опять же, я считаю, что лучше, ну, во всяком случае, где бы я ни бывал, я выбираю сначала свою тему. Да, то есть вот если мы говорим о людях, увлекающихся военной историей, то я бы всегда начинал с военно-исторического музея в телеге инженерных войск. Ну, правда, может быть, случится так, чтобы на этот музей потратить целый день, если вы настолько увлечены этой темой. Да, поэтому вот опять же, к сожалению, существует такое представление, да, что вот если ты в Петербурге побывал, ты обязательно должен оказаться на колонне Исаакиевского собора, Петропавловской крепости, да, в Эрмитаже, пройтись по Невскому проспекту. Ну и фактически все ты уже видел. Да, но это не представление о Петербурге, это вот такое немножко лубочное представление. Вообще в любой теме, когда мы говорим о исторических сюжетах, о городах,
есть некий лубок, есть город с точки зрения того, что он представляет на уровне ощущений. Мне кажется, что приехав первый раз в Петербург, нужно просто удовольствоваться тем, чтобы прогуляться по городу, а потом уже выбирать темы, по которым совершать экскурсии. И, конечно же, не посмотрите направо, посмотрите налево. Всегда интересно, когда объект вырастает в ощущении того, как он менялся. Да, даже кажется, ну что это такое? Вот сегодня мы смотрим материалы по Канву, да, вспоминая последнее покушение на Александра II, 1 марта 1781 года. А было же первое покушение, да, 1766 года, у Летнего сада, когда Каракозов стреляет в Александра II. И там же тоже, вот, когда мы показываем, вот решетка Летнего сада, все возвращаются, еще удивительная решетка Летнего сада. В решетке Летнего сада была устроена часовня во имя святого благоверного князя Александра Невского в честь чудесного спасения. Большевики ее разрушили в 30-е годы. Появилась табличка памятная. Здесь революционер Каракозов стрелял в Александра II. Сейчас ее нет. Вот когда мы напоставим, оживляем место, да, то, в принципе, любое место в Петербурге становится безумно интересным. Даже объекты, которые нам кажутся не историческими, сама же Нева, а, как мы знаем, вода имеет разные агрегатные состояния. Невский лед – это тоже продукт Петербурга. Его продавали, и он занимал второе место по продаже после продажи дров. Для ледников, конечно, да. И вот сейчас ребята буквально там месяц назад нашли ледник эпохи Меньшиковского мастера. Представляете, то есть он сохранился, засыпан был и закрыт уже поздним покрытием. То есть уникально. Но там они вообще на Меньшиковском дворце, если говорить уже о Петербурге, вот сейчас этот сюжет должен выйти в Ростове, нашли самую большую, известную, наверное, уже на сегодняшний момент даже в мире, коллекцию париков 40-х годов, 18-х эпохи, ну, 30-х, 40-х, Анны Иоанны. Больше 30 париков. Фантастика. Спасибо за просмотр, друзья. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на наш канал Медиапроект Русский Контур, ставьте лайки и пишите комментарии. И до новых встреч!